В Твери прошел общегородской слет «Мы – наследники Победы». Он объединил школьников и студентов со всего города, участников военно-патриотических и общественных организаций на одной площадке – в ДК «Химволокно». Мероприятия включают в себя работу интерактивных площадок, мастер-классы, фотозоны и общение с интересными приглашенными гостями. Интерактивные площадки вот уже 11 лет – обязательная часть программы слета. Тематика их различна. Вот здесь, например, проходит мастер-класс по изготовлению гвоздик. Мы берем три салфеточки, мы заранее их разрезаем и берем именно три. И начинаем складывать их в гармошку. И по одной салфеточке вытягиваем к центру, чтобы у нас как лепесточки получали. Фотозона, посвященная Юрию Гагарину, первому человеку, покорившему космическое пространство, пользовалась особой популярностью. Как и вот это дерево с листочками, на которых написано, кем и почему гордятся участники слета. А представители движения «Волонтеры Победы» рассказали о своей работе. Парад Победы в Москве, в принципе, и в регионах мы организовываем. Известны всем акции «Бессмертный полк», «Блокадный хлеб», «Красная гвоздика» и много других всяких мероприятий, которые мы проводим. Поэтому, если хотите участвовать в патриотической жизни страны, поэтому присоединяйтесь к нам. Информационный блок слета «Мы – наследники Победы» состоял из 5 тематических секций. Это лекции и презентации различных проектов. На слете проводится образовательная программа, посвященная темам волонтерства, лидерства, реализации молодежных инициатив, проектной деятельности. Организаторами слета являются Управление культуры и спорта делам молодежи, администрация города Твери и муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр города Твери». Патриотические мероприятия, проекты и акции, представленные на слете, лягут в основу программы празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.